Чем могут навредить финики? Финики стали одним из самых популярных сухофруктов на нашем столе. Люди, ведущие здоровый образ жизни, заменяют ими сладости, и это вполне обоснованно. Но кроме массы полезных свойств, есть у этого лакомства противопоказания. О них сегодня и расскажем. Каждый ваш лайк и подписка, каждый комментарий и просмотр мотивирует нас на новые видео. Мы очень благодарны вам за это. Почему финики полезны? Эти плоды могут дать практически весь набор веществ, в которых нуждается наш организм. Действительно, в финиках содержится 23 аминокислоты и 1,5 десятка витаминов и микроэлементов. Финики повышают выносливость, улучшают пищеварение и работу сердечно-сосудистой системы. Что немаловажно, в них отсутствует холестерин, и, несмотря на большое содержание сахара, с помощью кислот улучшают его переработку и усвоение. Мужчина, страдавший от атеросклероза сосудов, только с помощью ежедневного употребления 10 фиников сумел остановить развитие холестериновых бляшек. Чем вредят финики? В первую очередь стоит отметить вред избыточного потребления фиников. Даже при отсутствии проблем со здоровьем не стоит употреблять более 100 грамм плодов в день. Диабетикам стоит исключить их из рациона. Также не стоит есть финики при непереносимости фруктозы. Это может привести к вздутию живота и проблемам с пищеварением. Высокое содержание сахара в финиках способно причинить вред зубам, поэтому после их употребления стоит хорошо прополоскать рот. А вы любите финики? Используете ли их в лечебных целях?